Минувшее воскресенье в Актобе прошел массовый забег на дистанции в 3, 10 и 21 километр. Деньги, собранные от благотворительного марафона, пойдут на помощь пострадавшим от паводка. На площади перед стелой Казахалкана Мыналгыз рядом с центром искусств к 8 утрам собралось больше 1000 человек. Первыми бежали актюбинцы, заявившиеся на дистанцию в 3 километра. Вторыми на старт вышли участники забега на 10 и 21 километр. Ахтубин классно, жители бежал на урай. Ко дню города организовали марафон. Я впервые принимал участие вместе со своими друзьями. Пробежали 3 километра без подготовки. Незабываемое ощущение. Это мой первый марафон. Однако в США я ежедневно бегала 5 километров, поэтому мне было не так сложно. После марафона чувствую себя прекрасно. Этот марафон был очень насыщенным. Вначале было легко, но в конце было тяжело. Пришлось включить силу воли. Сам занимаюсь бодибилдингом, иногда бегаю в триатлон-парке. На марафоне также бежали около 100 сотрудников департамента полиции. В спортивных соревнованиях сотрудники департамента всегда принимают активное участие. До этого я уже бежал на марафоне. В этот раз решил одолеть дистанцию в 10 километров. Это же являюсь двукратным чемпионом. История марафона в Актобе началась в 2015 году. Прошедший в воскресенье массовый забег был уже 8-й по счету. В современной истории, когда в Казахстане начали возрождаться марафоны, Актобе-марафон является старейшим именно полумарафоном. То есть Алматы-марафон прошел в 2014 году как полный марафон. И в 2015 уже Актобе-марафон как полумарафон считается самым старейшим. Поэтому весенний полумарафон мы намеренно делаем, оставляем полумарафоном, не делаем его полным, поскольку и в принципе весной на самом деле тяжело бежать полный марафон, поэтому мы решили его также оставить, ну и как бы в истории, чтобы у нас остался. Как вы видите, ажиотаж и количество участников, она всегда на пределе у нас, поэтому мы очень рады, что и очень много людей, которые с нами с 2015 года. И, конечно, рады новым лицам, которые с каждым годом становятся все больше и больше. На дистанциях 10 и 21 километр были предусмотрены денежные призы победителям. Например, абсолютный победитель на дистанции в 10 километров получил 100 тысяч тенге. На дистанции 21 километр – 200 тысяч. При этом, все без исключения, участники забега получили медали финишеров. Жасан Жалбаков, Душан Жасланов, телеканал Актобе.